Крымский репортаж. Ира, здравствуй. Здравствуйте. Как поживает ваш союз предпринимателей? Работаем. Слушай, вот прогуливались по Новому Свету, решили зайти в гости, были у вас на открытии, хотели узнать, как вы сейчас поживаете. Скажи мне, вот такое дело. Я слышал, у вас тут бабушки в Новом Свете. Что-то у них какой-то затык непонятный с крышами. Можешь рассказать об этом? Да, может лучше показать? А проводи туда в гости. Это далеко, нет? Да нет, 5 минут ходить. О, давай, собираемся и пойдем. Хорошо, сейчас, пару минут. Хорошо. Как вас зовут и по какому адресу вы живете, да? Брусянина Вера Ивановна, Голицына 9, квартира 4. Скажите, а сколько лет вы живете в этом доме? 30. 30 лет? Да. И крышу... Ремонта ничего не делалось. И кто дали приватизировать, никакого ремонта не сделано. А вы давно приватизировали этот дом? 94 или 95. И вот с тех пор крышу не чинили, да? Так мы въехали, и она не была чиненная. А вот сейчас здесь начался ремонт. Это внутри ремонт. Это вы за счет своей пенсии, да? За свой счет все это делаете? Нет, я собирала 3 года. А. 3 или 4 года, чтобы внутри, потому что стены были очень мокрые, обои поснимала, они отваливались вообще от со штукатуркой вместе. А как с крышей теперь у вас? Обращалась в союз предпринимателей, заявление туда написала. Они приходили 2 раза, смотрели на конец февраля, сказали, что будут деньги. То есть в конце февраля вы ждете ремонт? Жду их, да, чтоб крышу. До весны успеете, да, надеетесь? Да. Всего хорошего вам, спасибо. Так вот, и соседки, вот точно такая крыша, как у меня. Ну, у вас дом на 2 хозяина, да, получается? Да, да, да. Будем надеяться. Угу. У вас вокруг дома можно пройти, посмотреть, что вот у вас с крышей? Показывайте. У меня только капитальная, вот одна большая комната, что я это топлю. Это Голицына 9, да, адрес? Ну, это старый саманный дом. Это нет, он не саманный, он кирпичный. Все-таки каменный, да, как каменный. У соседей? Да, да, одинаково. Вот это вот та комната и эта комната, это общая. Это Голицынская подстройка, еще вот назад. Вот. А так вот кругом там течет, и вот шифер. Покупаю, то там положу, то там положу. Ну, будем надеяться, что вам помогут. Ну, даст Бог, если добрые люди есть. Пусть. Скажите, как вас зовут? Меня Любовь Алексеевна. Спасибо большое. Будем надеяться, что помогут. Если бы, конечно, перекрыли бы единую. Ну, во-первых, знаете, тут, если я честно скажу, тут же вот, во-первых, вот видите, досками вот этими заложено. Угу, и только фанерой чуть-чуть подшито. Оно там уже все сгнило у меня. Ну, да. Старые дома. Старые. Так что вот богатство такое, что Бог даст. Будем надеяться. Ой. Всего вам хорошего. Мы пойдем, опубликуем это в интернет. Будем ждать помощи для вас. Ой, спасибо. Всего вам хорошего. Ой. Вот мы побывали у 2 бабушек, которые живут от вас по соседству. Скажи, еще есть обращения подобного типа? Да, есть обращения. По мере поступления решаем. Постепенно все. Я про бабушек говорю. Есть еще такие же бабушки? Есть бабушки. Какого характера у них проблемы? Ну, в основном тоже ремонтные и вот помощь вот с разрешением ситуации с водой, так скажем. Это проблема с водой, с канализацией? Нет, именно с водой. С водой, да, так как у нас есть пример, одна бабушка. Вот, и в подвале вот долгое время ей не могут найти место для установки емкости с водой. Но есть надежда, что поможете? Ну да, работаем над этим вопросом. Спасибо, будем ждать вестей. Спасибо. Спасибо вам.